счет. На твой счет ошибалась, ведьмак. О! Выходит, про ледяного великана, да?
поздно что-то зацвели. И пчел мало. Морозы были суровы. На Спитероге треть борти не дожила до весны. Думаешь, действительно идет белый полон? Правду говорит пророчество. Листья толстые. Слава твоя. Кожистые. Жесткие. Эй. Дурной знак. Будет сухой год. Хорошо, хоть короедов не слышно. А то, как они шуршат, вечно град выпадает. Да? Гвинблэ. Ведьмак? Я не буду с тобой дискутировать. Смотри под ноги. Мой брат изучал эту легенду. Может, это и правда. День хвали вечер. О, ведьмак. Ведьмак? Долго тебе еще? Добро пожаловать в священную рощу. Я ищу мастера. Значит, ищи Гремиста. О растениях и... И где он? И здесь, в роще. Он в гроб... Прощай. Слава твоя не умрет никогда. Что, убийца? Да? Доволен с собой? Давно у нас тут не было. А! Пришельцы с большой земли. Поздно что-то зацвели. Мой брат изучал эту легенду. Морозы были суровы. Я тебе на Спикероге треть ворота не разрушился. Не думай, что если ты убил великана, я брошусь тебе в ноги. Гвинбл. Листья толстые, кожистые, жесткие. Дурной знак. Будет сухой год. Хорошо, хоть короедов не слышно. А то как... Да? Ведьмак? Выглядишь хворым. Боги, дайте мне силы и мудрости. Thank you.
Ты же видел тот умерший лес. Выглядишь хворым. Все действительно настолько плохо, как говорят. Нет, никогда. Даже хуже. Деревья сухие. Все переплелись. Добро пожаловать. Прощай. Хочу с тобой поговорить. А я нет. Ты... Я хочу, чтобы ты поделился со мной познаниями в алхимии. А, значит, ты собрался стать моим учеником. Вот это... Я серьезно. Правда? А я вот посмеялся. Я... Так что, если ты думаешь, что я просто так отдам тебе... Я был бы толковым учеником. Что-то я сомневаюсь. Я уже... Я как раз готовлюсь к одному. Ну вот, значит, все-таки... Не умничай, а слушай. Во-первых, принеси цветок курослепа из лесов Морскогина. И в-третьих... Хорошо. Если хочешь стать... Были суровы. Эй, ты! А медом тебе жопу уже намазали, герой? Бессонная ночка, а? Как только я начну, вы разойдетесь по домам. Ты Фрити? Верно. А теперь... Как зовут? Приблуда чужа. Ха! Человек, способный посмеяться над собой. Мне это нравится. Гремест призывает тебя к себе. Ритуал? Такой, что превратит его из пакостного козла обратно в человека? Я бы съездил к нему, хотя бы под... Оглянись, видишь, как высохла эта земля. Здесь не было дождя несколько... Подожди, подожди. А... Интересно, как? У меня много... А здесь нужен другой дар. Рубить мечом. Видишь ли, мать... Если ты потом поедешь... Договорились. А теперь давай за мной. Самое время. Приносишь в жертву животных? Лучше принести в жертву пару коз и овец, чем сжигать людей на кострах, как на большой земле. Черт!
Ганила! Братка Ох, Блипстар! Сразу, много их. Какая славная гроза. Я что-то отвлекся на ту... Да, к сожалению. Они всегда... Теперь ты поехал. А как же? После... Нет мне помощи, нет мне спасения. Давай, плотва. Ну что, паскуда? Что здесь происходит? Тебя побили, что ли? Кто? Моя возлюбленная, что прекрасно, как раннее утро. Что-то ты не очень похож на пленен. Спит. Там, в глубине. Любовничек, новенький. Свеженькой. Расскажи стихов. Тогда будет тебе награда. И приюта подожди тебя. Ты прекрасна, как... Так что? Как гниющее мясо. То есть вообще. К тому же ты чудовище, а я убиваю. Барт исчез. Я не удивлен.
серебро, да? На листьях еще есть пыльца. Кто-то сорвал цветок совсем недавно. А, очередной искатель Курослепа. Очередной? Нет числа тем молодым друидам, которых Гремист послал в этот лес. Они выходят оттуда высушенными, с пустым взглядом, без цветка. Я просил Гремиста, чтобы он отказался от этих... Один из наших новичков, Рамунд, не возвращается. Что ты знаешь про этот лес? Немного. Забавно, правда? Друиды должны знать в лесу каждое дерево, каждый куст. Но даже мы понимаем, что в некоторые части острова лучше не заходить. Зверей укрощать мы умеем, но вот чудовищ уже нет. А у одного из них тут, говорят, логово. Кто тут? Леший? Баюн? Не знаю. Я уже говорил, те, что там были, никогда не говорят, с чем встретились. Ты ищешь друида, я цветок. Нам по пути. Почему бы нет? Помощь умелого следопыта мне не помешает. Иди вперед. С цветка оборваны все лепестки. Следы копыт, но конечности только две. Следы ног. Некоторые свежие, другие едва видны. И все ведут в одну сторону. Нет, нет! Перестань, умоляю! Перестань мне щекотать! Вот я тебя сейчас пощекочу, ах ты, коза противная! Оставь его, проклятый суккуб! Рамунд, отойди от нее! Успокойтесь! Со мной все в порядке! Я здесь сам! Ты не знаешь, что говоришь! Она тебя очаровала! Ерунда! Мне не нужно очаровывать этих ребят, чтобы они ко мне приходили. Я накладываю чары, чтобы они отсюда ушли. Только Рамунд был настолько мил, что я позволила ему остаться. Я не верю в твою ложь и не дам себя обмануть твоими мерзкими прелестями. Я убью тебя прямо здесь. Я не вижу повода ее убивать. Она монстр, верно? Но разумный и совершенно безопасный. Не бывает безопасных чудовищ. Так же, как не бывает сухой воды или холодного огня. Если ты не хочешь мне помочь, я сам ею займусь. Не советую.
Я сюда еще вернусь. С тем, кто носит меч не для украшения. Зачем ты меня спас? Если ждешь, что из благодарности я пойду с тобой в постель, тебя ждет разочарование. Я не делаю этого с ведьмаками. Тебе не нравятся мужики в шрамах? Мне не нравится, если от мужика смердит кровью. А от вас я всегда чувствую ее запах. Кровь бесов, чертей, моих братьев. Случается, правда. Но в отличие от тебя, у бесов и чертей... Нет полных грудей и прекрасного лица. Знаю. Поэтому их так просто убивать. Все немного сложнее. Давай не будем об этом. Нет, значит нет, я понял. Ты можешь отблагодарить меня иначе. Я ищу цветок Курослепа, а ты знаешь этот лес как свои 5 пальцев. Может, подскажешь, где его искать? Я тебя даже отведу. А ты, Рамунд, продолжай собирать фиалки. Только цвета индиго. Индиго? Это значит голубые? Нет. Индиго — это значит индиго. Мужчины. Зачем тебе все эти цветы? Все-то тебе надо знать. Сейчас увидишь. Красиво, правда? Колокольчики, фиалки, калужницы, курослепы. Надо будет нарвать еще и эдельвейсов. Возьми один цветок, но не больше. Мне пришлось потрудиться, чтобы эта пещера хоть как-то выглядела. А теперь иди. Я кое-кого жду. Пошла. И плотва.
циклопом разобрались, теперь можно спокойно осмотреться. Рецепты. Пергамент поблек, но текст читается. Повезло. Здесь осталось немного солода. Сюда, наверное, кладут солод. Готово. Теперь нужно прокипятить солод. Наверное, хватит, пора охлаждать. Оказывается, я неплохой винокур.
Я сделал все, о чем ты просил. Ты показал себя молодцом. Чем быстрее, тем лучше. В этом ритуале могут принять участие только члены. Как пожелаешь, мастер. Ха! Я из тебя еще сделаю человека, ведьмак. Еще. Ну и товар. Самый лучший. Из Морскогина. А спиртик с Градовой горы. Наконец-то мы... Я вижу, ритуал еще продолжается. Геральт, говорил же я тебе же, что только... Круга-сруга. Парень и так набегался. Ты б его в угол еще... Ну, хорошо. Геральт. Обучение забуд. Да-да, это я называю активизационно-ассимилятивным методом. Начнем с усвоения, так что... Ага, в таком случае у меня уже есть... Тем лучше ты освоишь мой... Как говорят, старость не есть. Всех ведьмаков. Оказалось, что самый отвратительный человек на свете это вовсе не человек, а тот самый эльфский чародей, который сопровождал Цири во время ее бегства от дикой охоты. А Валак, под этим именем он был известен нашим героям, сообщил Геральту, что Цири находится в убежище на острове Туманов. Нэнте мира даэтре! Император? Ведьмак, что тебя привело? Я узнал, где Цири. Наконец-то. Я уже начал думать, не зря ли я... Ее преследует дикая охота. Цири будет в безопасности только в Каэр-Морхене. Это не предложение, а приказ. Я сумею защитить собственную дочь. Сомневаюсь. Дикая охота — это не те мерзкие щитоносцы и не лучники из Лирии. Если дать им бой здесь, мы поставим под удар всю Вызиму. Сотни невинных душ. Вокруг Каэр-Морхена никто не живет.
да и твоим войскам будет свободнее. Хм. Согласен. Я пошлю с тобой Харуф, но с одним условием. Командовать будет генерал Ваорхис. Я не могу на это согласиться. А я не отдам войска под командование ведьмака. В таком случае, думаю, мы не придем к согласию. Прости, что занял твое время. Приведи мне Цири. Да, если она согласится. Расколдовать Уму было нелегко, но это удалось благодаря общим усилиям Йеннифер и всех ведьмаков. Оказалось, что самый отвратительный человек на свете – это вовсе не человек, а тот самый эльфский чародей, который сопровождал Цири во время ее бегства от дикой охоты. А Валак, под этим именем он был известен нашим героям, сообщил Геральту, что Цири находится в убежище на острове Туманов. Откуда ты об этом знаешь?